Привет, это Surviving with Aftonov. Продолжаем. Не хватает ресурсов. Так. Что вообще у меня здесь происходило? Вот это закончилось, эти детали. Они у меня производятся вообще? Вроде кто-то работает. Ожидание рабочего. Дом Зверолова. Так, ну дела у меня вроде совсем неплохо идут. Один из клонистов приносит вам необычное устройство. Он говорит, что нашел его в брошенной машине неподалеку отсюда. Вы узнаете в этом устройстве радиопередатчик. Немного поковырявшись с ним, вы обнаруживаете, что оно все еще передает информацию на приемник, и у вас есть координаты этого приемника. Вопрос лишь в том, осмелитесь ли вы отправиться туда, конечно. Вы решаете отправить поисковый отряд. Разведчики обнаруживают заброшенный исследовательский комплекс, скрытый глубоко под землей в глухом лесу. Лаборатория, опасный уровень радиации, а почти все сырье для исследований запечатано в герметичные контейнеры. Вашим разведчикам удается найти лишь пару заслуживающих внимание предметов. Вернувшись, они спрашивают вас, следует ли им вернуться и разобраться с запечатанным сырьем. Давай. Лучевая болезнь, зато науку мне еще дали. Вот то, что события здесь есть, это неплохо, как в Фростпанке. Кстати, вот здесь можно дальше выращивать. Но вот то, что здесь определенные цели нет, это минус. Потому что заниматься-то здесь, по сути, нечем. Полевой госпиталь. Где он? Недостаточно материалов. Вот все, что мне сейчас остается делать, это просто исследовать новые здания. Строится у меня все относительно долго, людей у меня очень мало. То есть мне надо ждать, пока будут прибывать люди. Все это потихонечку отстраивать. Заниматься нечем. Карту я там почти всю открыл, материалы там мусорные. Мне они не нравятся, они меня не устраивают. Ты свободен. У них почему-то растет счастье. Вспоминает товарищей после хорошего отдыха. То есть им теперь жилище нравится. А почему я ничего не качаю? Я-то думал, у меня что-то прокачивается. А, у меня прокачивается. А, ну да, вот. Все, все. Ты, лысик, иди на карту. Ты. Ну, собирай. Ты. Специалист ранен. А кто ранен? Кого ранили? Кто посмел? Так, опять отдаляем, чтобы побольше видеть. Жуки. Открываем эту территорию. Ясно. Инструменты. Как полезно. Так, это безопасно? Он же не поранится. А то будет неприятно. Так, и наш лысый мужик... Что он здесь вообще забыл? Можно его просто послать собирать что-нибудь. Драться, например. Давай. О, госпиталь достроили. Опять эта азиатка. Вот это мы, по сути, можем закрывать. Стоп! Это не госпиталь, вот госпиталь. Я думаю, что за фигня там готовит еду? Отлично. Так, мужик работает, это потребляет воду, энергию, но... Ячейки. 6 ячеек, вот это можно ломать. Уничтожить. Ушла эта эра, ты свободна. Вот это что?
Чистота, баня. Может, баню им прокачать. Пусть радуются. Так. Может, что-то полезнее есть? Так, ячейки — это фигня. Прочность — фигня. Прочность, все, вместимость. Крытый склад. Давай, прокачаем. Вот это можно тоже сломать. Зачем мне палатка? Здесь всего 2 обитателя, а здесь целых 6. Но вот это я не пойму. Ячейки пациентов. Почему плюсик-то стоит? Это они, значит, будут жрать таблетки? А, здесь также. Отлично. Ну тогда ломаем, уничтожить. Все. Ушла эпоха целая. Так. Ну, туалеты пусть стоят. Место освободилось. Колодец. Уничтожаем, он нам не нужен. Но там добывают 10. А я так и не построил вот эту штуку. Не исследовал. Надо исследовать следующим делом насоса. Вот эти скважины, это, конечно, прикольно, но насосы — это вообще топ. Да, это же эффективнее будет. Где эта фигня? Колония. Пища. То есть, они потребляют всего 4 энергии, при этом дают 50 воды. Что? 4 энергии, 50 воды. А здесь 12 энергии, при этом 30 воды. Вот это, конечно, лучше. Но здесь для строительства, опять же, вот эта ерунда нужна. Эти детали, которые у меня не производятся, да? А вот, их почти сделали 5. А, нет, это одна штучка. Из 5 мусора. Не особо много мы сделаем. Видимо. Вот это надо научиться обрабатывать. И вот эти вот точки с пластиком. И тогда мне вот это сооружение здесь не нужно будет. Где оно? Блин, попробуй найди. А что вот это за знак? То есть область... Все, иссякла. Ясно. Ну, то есть это только если перестраивать, или ему придется переться не знаю куда. Металл, металл. Здесь бревен. Целая куча. И доски у нас делаются, это хорошо. Я надеюсь, он на этот склад таскает. Ладно. Блин. Ты. Собираешь ты. Тоже собираешь. Ты. Кто бы мог подумать, тоже собирает. Ты собираешь жучков. Этот мужик у нас куда-то идет? Может, вот это пособирать? Это ему на 3 раза. Или он хочет подраться? Где бомжать не наша? Далеко до нее потом идти. Ну пусть пособирает. Ладно, это все-таки полезные материалы. Это будет еще полгода идти до своей точки. Это тоже. Ты куда шел? Ты шел драться? Ну ладно. Боец. Шаолиня. Реально, если вот установить вот эти штуки,
То есть здесь целая куча пластика, целая куча металла. 7000 на хранении. Поймать. Тот получил ранение, но зато у нас куча мяса. Надо еще оставить. Стоп, сколько надо? Я могу 2 установить. Блин, где поставить-то? Она же автоматически туда будет складываться. Может, где-нибудь здесь? Ладно. Не хватает ресурсов. Пошел в госпиталь лечиться. Теперь 6 могут лечить. Круто. Это очень много. Вот это надо очистить. Вот это. Вот это. Тут у нас все больное. Эти ресурсы никто никуда не перетаскивает. Ладно. Я, кстати, могу что-нибудь еще прокачать. Что я хотел? Вот это. Экстрактор бетона, металла, пластика и магнитный сепаратор. Они жрут очень много энергии, кстати. Вот это вообще по 30. Давай исследуем. Мне как раз нужно, чтобы энергия моя потреблялась, потому что, блин, хранение 7000, у меня заполнены эти батареи. Производство у меня колоссальное теперь, в 148. Потребление всего лишь 48. Так. Специалисты готовы. Ты открывай территорию. Ясно. Ты... Что ты здесь делаешь? Сюда его вести, что ли? Ладно, беги. Ты... Потом можно вот эти 4 земли открыть. Взять бетон и везти ее обратно. Так. У него все получилось. Он даже не облажался. Давай, иди и не бубни. Так, не, вот этого можно домой тогда везти, наверное. У него есть вещи с собой? Да, целая куча. А вот этим пооткрывать территории. Ты шел драться, вроде как. Поэтому дерись. О, званшотил, и что же здесь? Неплохо. Всего 10, правда. Но без риска. Стоп, а я вот это прокачал? Да боже, я постоянно про это забываю, видимо. Долбанные насосы. Столовая. У меня же есть столовая. Фермерство. Поля большие я не устанавливал.
Может, еще одно поле сделать? Что я вообще могу выращивать? Больше ничего. Так. Иди сюда. У меня есть деньги. Поэтому. Берем. Берем. Это очень дорого. Стоп, это мне на сколько обойдется? А почему по нулям теперь? Стоп, я все сломал? 700. И это 700. Классное у вас поселение. Рыба. Есть ли что-нибудь нормальное? Что это такое? Арахис. Все дорогое. Почему? Капуста, хочу капусту. Неважно, теперь у нас будет капуста. Картошка и капуста, замечательно. Заживут наши люди. Плохое питание, уже минус 30. Усталость есть. Ну все, то есть... Поселение у меня перестало выживать. Теперь оно живет. Скоро такими темпами начнут наслаждаться жизнью. Вот эта ерунда задолбала заражаться. Вот это у меня не очищена еще точка. Надо потом вот сюда закинуть. Вот сюда. Может его обратно домой тащить, пусть закинет. Блин, долго она еще переться-то будет. Полдня уже идет. Его можно в тачку посадить, а тачку догнать. Да бомжать не, он отхилится и пойдет дальше что-то делать. Неудачно. Не так уж много осталось территорий. Большую часть-то я открыл. Вряд ли там будет прям что-то крутое. Она у нас куда направлялась? Домой? А вот в тачку можно ее засадить тоже. Так, дедок. Иди домой. Так. Кто-то зараженный бегает. Всего лишь 4, и этого пятна не будет. Кого я не использовал? Почему я так устаю, не могу даже с мыслями собраться? Почему вот это заражается дальше-то? Понять не могу. Все же в порядке. Почему вот эта хижина рыбака нормально существует, а эта акваферма нет? Или у нее там какие-то отходы? Так, открывай. Нормально. Ясно.
Может, пусть аптечки пособирает, хотя они мне вообще не нужны. Наконец-то дошла, и сразу у нее минус 30-ка, но она за 2 захода должна это забрать. Ты. Собирай. Ты. Может, тоже в тачку его посадить? И также довести до дома. Хотя нет, ему легче так вернуться. Все, делать нечего. Кого-то не использовал. Все. Дороги я не строю. Из этого у меня, по сути, все построено. Аккумуляторы не достроили. Материалов не хватает. Здесь делать нечего. Опять специалисты готовы. Блин, я какое-то еще хотел здание продублировать. Эти специалисты меня отвлекли. Так, он же не сдохнет здесь. Открой сначала эту территорию, ладно. Ты у нас куда шел? На базу тоже? Или хочешь подраться? Куда его послать? Наверх? Или вниз? Пусть наверх идет. Ты опять ударилась. Пусть собирает. Он фуловый вообще. А детали-то у меня, видимо, делают. Потому что уже две. Но надо-то куда больше. Коммунальное жилье наконец достроили. И здесь даже кто-то живет. Не, ну кто вот здесь работает, они могут вот сюда бегать спать. Вы даже не сразу понимаете, кто стоит перед вами, люди или животные. Группа обезумевших бандитов бегает кругами рядом с вашими воротами, пуская изо рта пену и бешено вращая глазами. Пламя грядет. Мамонт. Тыщ-тыщ-тыщ. Попытаться напугать орду. Выбора нет, нужно вооружиться и принять бой. Окей. Хана им. Лашпеды. Ремонт. Ремонтировать нечем. Здесь у меня, по сути, 7 в день, блин. Где у меня штука? Вот это можно снести, например. Потому что убежище-то совсем лузерское временное пристанище. Ладно, уничтожить. Мастерская. Блин, где подобыча-то? Станция по переработке — это пластик.
Блин, да чего же они все одинаковые-то? Гараж, лесоповал. Блин. Окей. Конвейер. К скорости производства. Это что? Больше рабочих. Ну пусть вот это качнем. Я найти не могу, где здание, которое добывает нам металл, блин. Вот металл, да? Вот это здание. А, блин, все, все. Я думал, это из отходов делают. Ладно. Сам все напутал. Так, у тебя 20 жизней, иди открывай территорию. Ясно, спасибо. Ты вали домой. Ты открывай вот это. Ты вот это. Ты домой. Ты... Давай вот сюда заглянешь. Что, обходить надо? Вы что, издеваетесь? Вернуться, и можно его обратно закинуть. Все, вали. Ты же фуловый. Куда ты у нас пойдешь? Можешь драться? Дальше. Вот это все. Вот это для чего? А, производит вот эту ерунду. Редкие металлы. Бетон, металл, пластик. Вот это металл. Он под землей. И это здание мне мешает, как я и думал. Было предсказуемо. Ну, например, блин, зараженная зона там. Вот это что такое? Пластик. Производство 4.1. 4.1, а вот это сколько производит? Где пластик другой? Вот эту кухню закрыть можно вообще. У меня же столовая есть. Уничтожить ее. Вот пластик. 3.1. А здесь будет сколько? Блин, сколько будет? 4.1. Но здесь целая куча. Может, это автоматически вообще будет работать без людей. Дальше. Бетона. А где точки с бетоном? Вот это? Ну давай. Полей надо больше вот здесь. Давно у меня место появилось, или здесь лужа была? Поле надо. Давай сделаем большое поле. Или еще маленькое. Пусть у меня много маленьких будет полей. А стоп, 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 стоп. Мне уже принесли все? Ты вали. А где моя капуста? Иди обратно. Что-то я не понял.
А еще 2 дня, нифига себе, блин. Ты. Ну давай, вот это соберешь. Ты это. Ты нас куда шел? Домой. И по пути ничего такого полезного нет. Ну, сходи за таблетками. Хотя бы партию возьмешь. Не дошла. Зачем я эти драндулеты тащу вообще? Все равно я ими пользоваться не буду. Тихо. Вот это у нас получается пластик, бетон. И все-таки надо на металл. Металл. Блин, точек больше нет. Вот здесь было что-то. А тут они еще не собрали, да, получается? Маленькое поле. Блин, здесь много чего мешает. В том числе вот эта ерунда. Вот здесь нужна вода? Здесь не нужна вода. Разместил так все неудобно. Металл. Ну давай установим здесь. А в какой это склад вот складывается? Самый обычный же. Мне сейчас просто металла нет. Блин, надо почитать про эти склады. Место для хранения обработанных ресурсов и ценных предметов, вроде инструментов, одежды, лекарства. Провизии для сбора досок и бетона. Ну, я не знаю, например, если я вот здесь склад установлю, где это? Где эта фигня? Вот здесь. Может, они туда складывать будут, и не придется сюда таскать. Так, что мы прокачали? Ага. Скорость. Даже не знаю. Солнечная энергия 16. Но здесь мне и не нужно ничего, в воду надо качнуть уже. Наконец. Капусту не притащили. Свободно пока. Так. Не, ну серьезно, у меня все в достатке. После хорошего отдыха 78. Они, видимо, вообще классно отдыхают. Ну, правильно, у них жилища такие крутые. Вот это меня все задолбало. Вот эта карта. Постоянно одно и то же. Нифига мы здесь не делаем. Кое-как продвигаемся. Ужас. Я так и не понял, как все это переправлять. То есть, по сути же, я должен уметь строить здесь какие-то пункты. А я не могу, приходится их обратно тащить. Опять. Куда его лучше послать сначала? Ну, открой вот эту территорию.
5 очки науки. Сколько можно? Надо было вот эту территорию открыть, блин. Ну ладно, может, та откроет вот эту. Та-дам! Круто! Здесь нужна капуста. Вот это еще обрабатывает что-то? Но вы серьезно? Могли бы постоянно об этом говорить. Типа, все. Конец. Конец. Вот с этим-то что делать? Непонятно. А вот такой у меня есть надежный склад. То есть на нем можно все хранить, да? Сколько еще дней они будут в пути? Еще почти 2 дня. А насосы сколько будут исследоваться? Зашибись. Тоже почти 2 дня. Акваферма, опять ее загрязнили. Какое еще здание-то загрязнено? Так, давай быстрее, дедок. Ладно, собирай своих жуков. У нее и так их коллекция. Потом еще больше притащит. О, бесплатные аптечки. А почему они их вот использовать не могут? То есть они их с собой таскают, а использовать не могут. Ты иди сюда теперь, наверное, или вот сюда. Ты на эту территорию, раз эту открыли. Жуки. Здесь что? Можешь собрать. Монеток мне не особо много дают. То есть я не могу у них вообще все скупить, что у них есть, у других людей. А продавать что-то свое я тоже не могу. Вот это, по сути... Можно было бы... Нифига себе, 12 в день. А вот это сколько делает? 5 в день. Сколько здесь людей работает? Погодите-ка. Где эта фигня? Где она? Я заблудился. Блин, я найти не могу. Где эта фигня, которая перерабатывает дерево, блин? А вот это не работает еще. А батарею они достроили? Нет. Они вообще ничего не делают. Бесполезные люди. Кого я здесь не использовал-то? Ладно. Эрика. Можешь хилиться. У меня же 4 носильщика. Что они делают? Занимаются ерундой. Давай быстрее. Почему это нельзя скипать? Почему я должен смотреть, как они ходят бесконечно? Так, ты.
Собирать жуков. Этот, открывай территорию. Аптечки. Аптечки еще можно собирать по чуть-чуть. Ладно, пусть валит на базу. Окей, окей. Так, давай, дедок, собирай. И тоже вали на базу. Группа бандитов. Дать им много еды, немного ресурсов. Пусть рискнут сами взять. А у меня не починили ворота. И я не сохранялся. Разумеется, зачем их чинить? Кому это нужно? Это же такое бесполезное занятие. Почему у меня металл не добывается, блин? На что он весь уходит? Что я такого строю? Что они еще не достроили? У меня плюс 3 взрослых. Ну вот нифига себе, здесь нужна это. Целая куча листов этих, блин. Это же такой бред. Они у меня такими темпами никогда не дочинят. И ни у кого нет листов. Может, вот этого монаха вот сюда послать? 56. А потом домой его отправить. А то как-то все медленно происходит. Если еще раз кто-нибудь нападет, то, блин, они мне их раздолбают. Ну куда шел? Домой? Ну быстрее, что на этой территории? Так, вали. У него бетона полно, жуков полно. А металла нет. Вот это металл добывает. Пусть вот здесь высокий будет приоритет. 7 носильщиков. Что, издеваетесь? Погодите. Блин, жилища эти вонючие надо отдельно поставить где-нибудь. Центр торговли. До сих пор не пришли, что ли, блин? За это время можно было что-нибудь вырастить. Пусть будет еще плюс человек. Не, ну 6 носильщиков это жестко. Может, стоило большое поле установить? Там они могут вдвоем работать. А сейчас им делать нечего. Вот здесь вдвоем работают, вот здесь, да? Вдвоем. Ну пусть один сюда идет. Вот это пусть почистит. Жестко, конечно, надо больше металла добывать. Для этого надо вот эту штуку установить. То нифига у меня зданий не было, то целую кучу у меня навалили. Первые признаки эпидемии. Уже дают о себе знать. Сначала кашель, следом за ним лихорадка, люди валятся с ног.
Жизнь в колонии останавливается. Сейчас все зависит от того, насколько быстро вы примете меры. Если у вас достаточно больниц с нужными специалистами, эпидемия вам не страшна. В противном случае зараза распространится как пожар. Эпидемия распространяется волнами, раз за разом поражая все больше колонистов. Без лечения колонисты погибнут, больным нужно много пить, а значит уровень потребления воды в колонии растет. Стройте достаточно медицинских учреждений для лечения колонистов. Антибиотики ускоряют выздоровление, найти их можно на карте мира. Блин, у меня 6 мест. О, караван прибыл. Сажаем капусту. А здесь в тачку, и на тачке поедешь. И ее потом можно в тачку посадить. Блин, здесь столько машин. Они, конечно, может, и везут подальше, но они все равно такие глупые. Они мне не нравятся, эти машины. Это неудобно реализовано. То есть, чтобы сесть в них, нужно потратить ход. Чтобы вылезти, тоже нужно потратить ход. И типа, зачем так делать? Вот если бы без этого штрафа было, то было бы зашибись. Я бы видел смысл в машине, а так не особо много. Так, все, у тебя нет работы, поздравляю. Может, зря я эти палатки снес. Но здесь у меня медучреждение, вот здесь кухня. Дальше. Дальше. Инфекция. Но это фигня. Кстати, я ничего не прокачиваю. Вот это не так важно, 30% минус, если тут всего 4 потребляют. Колония. Исследование. Хочу себе крепость уже. Поэтому пойду к крепости. И теперь могу вставить насосы. То есть... Вот так, например. А, их нельзя близко ставить друг с другом, да? Блин, а я не посмотрел, сколько он будет приносить. Эффективность сотка, ну давай. У меня и сейчас-то нет проблем с водой. Поэтому, наверное, одного пока хватит. С энергией тоже нет проблем. Вот это они так и не достроили. Какие молодцы. Мне нужен металл. Вот это достроили. Высокий. Ой, нет, не это. 4 из 10. Вот если бы тот мужик выгрузил свои 50 листов, которые он таскает, где он? Сколько тебе идти до дома? 5 ходов. Это дофига. Но зато потом было бы все здорово. Солнечные панели, как по мне, это полнейший отстой. Их если и ставить, то только если из-за того, что нет деталей. Потому что они ночью не работают, и это ужасно. Что у них по счастью? После хорошего отдыха вообще нормально. И питание у них налаживается. То есть они теперь не ноют. Все, можно сказать, я выиграл эту игру. Если была цель выжить, я выжил. Потому что я уже сказал, они у меня не выживают, а уже просто живут.
Все необходимые материалы есть, еда есть, вода есть. Все. Если какая-то цель и была, мы ее достигли. Карту я почти всю открыл. Так, потом еще один раз здесь надо будет собрать. Ты у нас идешь домой. Так, 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 так. У тебя как дела? Вали на карту. У тебя как дела? Но ты еще будь здесь, так и быть. Так и быть. Брошенная тачка, нужна ли она в нашем поселении? Иди дерись. Чинит, не чинит, блин. 0 из 5, вроде нужно было 7 или нет, также 5. Здесь что? На этот склад уже что-то положили. Это потому что здесь места нет или что? Да вроде есть. Вот расположение мне не нравится зданий. Они у меня какие-то левые. Попробуй разберись, где что. Да уж. А может... Металл-то так не добывается. Да уж. Эпидемия. Минус настроение. Боится смерти минус 510. Причем здесь я. Но у них же там и так полно аптечек, так что они выживут. Его можно на базу закидывать, у него жизни нет. Что вот это? За отметка. Но они же лечатся. Где этот мужик? Он что, больной? Непослушный. Только топливо это вонючее везде. Пусть дерутся. Группа. Двое взрослых.
Ой, не то. А у них не было лидера? Ладно. Странно. Зато еды полно. Ясно, это в жизни не построят. Но производство вроде как выше. И вроде как у меня в запасах. Максимум. Надо было больше этих штук ставить. Я не знал, что они так много воды делают. Все, будет крепость. Не нужно столько аптечек, хотя сейчас, возможно, они все потратят во время эпидемии. Посмотрим. Все, потом он будет дома. И они начнут строить. Этот куда шел? Этот шел драться. Ладно. Ну, надеюсь, всем места хватит. Их уже четверо. Пятеро, шестеро. Одной больницы может не хватить, но кто-нибудь может еще работать с ним. Так, наверное, эффективнее будет. Четырнадцать зараженных. Батарею достроили. Эпидемия — это, наверное, самое жесткое из того, что было. Главное, чтобы они не передохли. Так, наконец-то у меня все будет строиться. Зашибись. Сразу бы так. Так, тачка. Где эта тачка вонючая? Вернуться в колонию. Этот бомж бежит драться. Может, он заваншотит? Нет. Не фартануло. У этой тоже не получится. Мало вообще. И этот у нас идет обратно на базу. Эта территория открывает. Ей вообще на этой карте делать нечего. Она выглядит как какой-то учитель. Ей стоило остаться на базе и обучать детей чему-нибудь. Отлично, у меня целая куча материалов теперь. Все, со всеми закончили. Надо было делать два госпиталя. А фуловые есть? Вот неудобно то, что этих людей надо так искать, никакого списка нет. Или вот так я могу посмотреть. Но, блин, а как узнать, кто уже на карте, а кто здесь ходит? Ворота починили, нет? Теперь есть материалы. Теперь все сдвинется. С места. Они сразу все листы вложили. То есть он 50 притащил.
Так, небольшая группа колонистов пришла к вам с предложением. Сейчас непростые времена, поэтому они хотят устроить празднество по случаю сбора урожая, чтобы поднять настроение жителям. Отвалите. Счастье минус 2, они обалдели. У нас тут эпидемия, а мы праздновать будем. Инфекция минус 176 уже. Ты давай быстрее собирай свои аптечки, блин. Окей. Это не добежит, да? Или добежит? А как насчет открыть? Нет? Давай, добивай его. Ясно, еще раз придется бить его. Ноль урона. Но он сдох от нуля. И здесь аптечка. Целая куча. Да. А куда они все вложили? Вот этого можно отправить, он готов. Куда ты пойдешь-то? Ну иди сюда, дерись. Инфицированные. Смерть. Кто-то сдох. Но тут у меня опять обитателей. Пусть еще кто-нибудь один придет. Это так здесь и работает. Это нужно очищать. Опять-таки. Здесь одну лужу убрали. Вот это достроили, нет? Ожидание. И она здесь работает. 5 в день примерно. И 5 еще какого-то мусора. Ты. Собирай. Ты. Собирай. Ты. Открывай. Так, ладно. Дальше у нас ты. Он шел домой. Тачка ехала домой. Тут у нас драка. Ноль урона. И здесь скрывается еще один босс. Неплохо. Кстати, у меня монет полно. Очки науки стали идти в минус, потому что у меня было 3 косаря. Да блин, попробуй еще наведись. Когда он идет. Насос не достроили? А что они потратили все листы-то? Вот в чем вопрос. Универсальная резина. Ой, это для машин. Вот это что? Плюс 1 очко действия. Скорости производства. Но, блин, на машинах же нельзя исследовать территорию. Придется выходить. Правильно? У меня нет проблем с едой. Биотопливо. Это мне не нужно, по сути. Все, что нужно было, я прокачал. Чистота. Можно им баню построить. И можете не бояться грозы. Я вообще грозу не видел. Арена, библиотека. Комфортное жилье. Что у него по жизням-то?
Кто это там? Человек в старом поношенном плаще, его лицо скрыто, он избегает вопросов о том, откуда пришел, но предлагает колонии свои услуги за кров и защиту, он готов помочь в исследованиях. Он постоянно оглядывается и выглядит очень напряженным. Может рискнуть. Колонисты плюс один. Вы впервые согласились меня принять, вам следует быть осторожнее. Слушайте, а можно я у вас тут останусь? Ну, то есть он неплохой оказался. У меня этого бетона уже целая куча. Хотя они его потратили куда-то. Задолбали. Ну пусть вот этот идет, например. А обязательно два человека должны быть или что? Ремонтируют. А вот этот второй может на карту идти. Ну пусть идет. Не знаю. Вот, к очкам этим пусть идет. А то все же будет неприятно, если они закончатся. Хотя и качать-то мне уже нечего. Но все равно. Четыре листа появилось. Как-то производит он фигово. Что же там за двойным боссом? Ерунда. Таблетки. Этот куда шел? Почему ноль? Эпидемия прошла. Видимо, да. Урожай ноль. Почему-то. Вот эта фигня как-то плохо работает. То есть всего 5 дадут. Ну да, на склад здесь складывает. Ближайший. Это пока что утиль. А остальное? У меня, кстати, уже еды 600 почти. Группа колонистов заинтересовалась речкой. Ну пусть идут. Еще еда. Создайте группу, когда автомобиль будет отремонтирован, так вы отправите автомобиль с этими людьми.
Где эта тачка? 12 очков. То есть, например, мы его посылаем вот сюда. Надо с этим разобраться. А то задолбали. Тут всего одна территория осталась. Ну пусть собирает. Лекарства тоже целая куча. Бесполезная ерунда. Которой очень много. Это отображается неправильно или что? Почему ноль-то? Этот куда шел? Ну, например, вот с этой частью надо сначала разобраться. А что значит 85? То есть она ломается? Бред. Смысл тогда от этой машины? Фигня какая-то. Может, чтобы вот эти штуки размещать, где они? Надо сначала одну у себя построить. Вот это что делает? Бревна добывает. Так, у этих вот работа есть? Пока есть. Ну пусть строится. А теперь досок целая куча. И бетона. Потребление 56 мне нужно сейчас. Производство 9 в день. Мало, очень мало. Быстрей. Халявы не будет, ясно. Пусть собирает. Так. Вот эта тачка, например, едет дальше. Да, она теряет жизни. По 15. Это тогда очень тупо. Она еще и топливо жрет. Для сборки и ремонта транспорта. Ерунда та еще. Блин, у меня ничего не качается. Где арена? Стоп, что я прокачал? Баня же там, баня, точно. Блин, а где она находится-то? В какой вкладке? Баня. Пациенты? Что-то залог здоровья в бане жители вашей колонии могут смыть с себя радиоактивную пыль и бактерии. То есть они могут радиацию смывать? Баня особенно полезна во время эпидемий? Почему об этом никто не говорил? И это загрязняет... Да подвинь ты камеру долбаную. Почву.
Пусть будет вот здесь где-нибудь. С едой-то проблем нет. Вот в чем суть. А у меня ни одной такой нет, да? Это ведь поменьше, это на 500. Мне таких надо побольше. Не знаю, где еще воткнуть. Просто чтобы было. Чтобы они там воду складывали. И энергии у меня 12 тысяч уже. Ну все, реально, я выиграл эту игру. Делать-то нечего больше. Просто до конца, если все изучить и все. И все. Никаких ведь целей нет. Он еще и не заедет. Минус жизни. Так, а этот чем занимался? Ну иди сюда. Инструменты мне не нужны. Просто так их соберем. А может его вниз послать? Тоже за очками науки? Или вот этот пусть едет? Я его кого-то не потратил? Ладно, вообще на этом можно закончить. Поэтому пока.